Вторая книга Царств, глава 5. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кости твои и плоть твоя». Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудой 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны, но они говорили Давиду: «Ты не войдешь сюда, ибо тебя отгонят слепые и хромые». Это значило: «Не войдет сюда Давид». Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид: «В тот день всякий, и убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Посему и говорится: «Слепой и хромой не войдет в дом Господень». И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери, и вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, и Совав, и Нафан, и Соломон, и Евиар, и Елисуя, и Нафек, и Иофия, и Елисама, Еридая, и Елифалев. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду: «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Ваал, Перацим, и поразил их там, и сказал Давид: «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода, посему и месту тому дано имя Ваал Перацим». И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему: «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское». И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера.